Для иностранцев, въезжающих в Приднестровье на личном автомобиле, продлили максимальные сроки действия виньеток. Теперь таможенный сбор виньетку можно получить сразу на год. Раньше самая длительная виньетка действовала полгода. Увидели, что есть такая необходимость у граждан более долгого нахождения на территории, более длительного нахождения на территории ПМР, таких транспортных средств. Соответственно, мы пошли навстречу гражданам, чтобы исключить, ну, скажем так, дополнительную нагрузку на них в части необходимости прибытия раз в полгода для уплаты сбора виньетки. Для удобства автовладельцев стоимость виньетки теперь привязана не к РУМЗП, а к курсу доллара США. Так, минимальная ставка сбора за 7 дней составит $5, а максимальная за год – $80. С 1 января 2023 года ставки сбора виньетки установлены в долларах США. Но это не исключает возможности оплачивать данный сбор как в рублях ПМР, так и в других валютах, котируемых на территории ПМР. Оплатить виньетку можно в рублях ПМР и России, леях Молдовы и Румынии, гривнах, евро и долларах.